Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Айдара с ником Маримо21 ролим под отличного коллекционера, отличного в плане героя, но не в плане плюшек, хотя, в принципе, если учитывать то, что дают нам третьи карты, это неплохо. Так, смотрим аккаунт. Аккаунт бездонатный, уже неплохо, находится он в гильдии Халк. Первые третьи места, босс 21.00, кидайте заявочки, вступайте. Поехали, посмотрим, что у него делается по героям. Что у него тут есть? Оу, Буги, Махатма, Асура, ну, не так уж и много. Ну, в принципе, Фрея. В общем, все понятно, все как всегда. Сейчас по-любому вытащим имбу с бесплатки. Оп, палач, я же говорил, имба. Так. Пятерка, отлично. Ладно, допустим. Если на девятку будет качать. Тыковка. На битву гильдии, кстати, такой драйк с девяткой будет довольно-таки неплохо, я вам скажу. Так, интересно. Интересно, интересно, интересно. Все интересно. Ну, с талантиками, конечно, надо поиграться. Хотя, как для бездоната, я вам скажу, очень и очень даже неплохо. Зачем хрону было восьмерку качать, я не знаю. Ну, ладно. Так. Да, с талантами, конечно, беда. Ну что, поехали. Открываем ему еще яичко. Let's go. Надеемся, что сейчас нам упадет имба. Капитан Рогатка. Сейчас. Сейчас, ребят. Ну, он у него есть. А я-то надеялся опять имба. Так, Фрэнки, одержимый. Ну, блин, это, конечно, весело. Но это все у него есть. Так, ну ему надо, в принципе, неплохо так нападало за первые тычки. Но не на этом аккаунте. Так, Афинка. Ну, Афинка у слотов нету. Та-та-та-та-та-та-та. Ну давай, 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 фараон. Бульдозер. Есть тыква. Ну такое себе. Как-то я недоволен роллингом после 8 вечера ковать. Что-то пошло не так. Нормально, сейчас место освободим. Супер. Вот, нравится мне на чужих аккаунтах этим заниматься. Так, окей. До троек, думаю, тут смысла. Хотя тоже есть. Смотрите, сколько сейчас мы места освободим свободного. Ячеек с 20, наверное. 100%. Ну, у него выдал чуть-чуть 16. Окей, let's go. Оп. Огненка. Так, ой, чуть не завершил ему постройку. Ворожей, медуза. Блин, там ворожей нужен был. Асура, неплохо. Нужны ли они ему? Вот это вопрос уже. Душек. Друид.
Так, ну до легенды. Одержимый, ну что-то вообще печально все. Лосурик, в принципе, отлично. А дальше печаль. Печаль, печаль. Поехали в рейд. Сразу же такая обраточка, только хлоп. И половины аккаунта уже нет. Так, окей. Let's go. Ну, рандомчик, ну давай. Надо, надо имбу. Бой грома, конечно, спасибо. Жесть какая-то. Посмотрите, ну что это такое? Где, блин, герои? Что за подстава? Вот они, ребятушки, Фрейка, наконец-то, наконец-то, это огонь. Вот этого мы ждали. Супер, ну чё, поздравляю, выбили тебе имбу. Даже не одну, вот это радует. Сейчас по-любому еще одну имбу, Купидон, ну это просто мега. Медузка. Самое главное, что Фрейя, блин, Дед Мороз. Так, интересно, что там у нас по слизням. 14-15, поехали. Не хватает войск, офигеть. Видите, сейчас только чик и все. Винвиз ушел, ворожей. Так, спокуха. Куха работает, но немножко не те герои нам упали. Раз, два. Take it easy. Take it easy. Собрали мы все-таки слизней. Сейчас мы ему еще слизней. Take it easy сделаем. Так, ну что, поздравляю. У тебя есть имба одна. Сейчас мы тебе еще, думаю, кого-то вытащим. Нужного. Я надеюсь, что будет седна хотя бы. Хотя бы седна. Оп, чик, Бигфут и... Вот как-то так, неожиданно, нежданно еще плюс 2 Бигфута. Ну ничего, поздравляю с Фрей, поздравляю с Асурой. В принципе, это очень хорошо, лучше, чем то седно, которое мы выбили. Так, окей, рогатка не нужен, Афинка, Фрейка. Асурик. Супер. Так, Бугимен. Ну тут, конечно, у него такие герои уже. Рибет. Ну вот эти четверка. Что-то сегодня у всех ее нету. Ну что, поздравляю. Давайте посмотрим, что там у них. По талантикам делается. Рогатка с пятой. Хорошие герои есть. О, ничего себе. А, блин. С новым талантиком выпало. Жалко, конечно, что не с пятеркой. Так бы было очень весело. Так. Ну что, ребята. Мега удача сейчас нас ждет. Так, давайте вот так сделаем. И чики, новый талант один. Ну, в принципе. Так, что там у нас больше ничего интересного нет сегодня. Новый талантик. Ну, по героям, в принципе, относительно неплохо выпало. Конечно, многие герои у него есть. Ну, я думаю, Фрейя это то, чего он хотел. И это отличный подарок под Рождество. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.